Вот так из простого десерта мы сделали красивущие, вкуснющие конфеты. Всем привет, меня зовут Алена, и это Кардамон Клуб. Сегодня мы приготовим птичье молоко, но не со сгущенным молоком, а с белым шоколадом. Нам понадобится сливочное масло, комнатная температура, белый шоколад, вода, агар-агар, белок, лимонная кислота, сахарный песок, какао-порошок. Этих ингредиентов хватит на форму 22 диаметром, либо квадрат, либо круг. Наш сотейник мы наливаем нашу воду. Сахар, агар-агар. Только перемешаем. И оставим набухать наш агар-агар. Минут 10-15. Тем временем мы наше сливочное масло отправляем в дежу. И в конце мы добавим наш белый шоколад. Масло взбиваем до пышного состояния. Мы снижаем скорость у нашего миксера и постепенно добавляем наш растопленный белый шоколад. Масса должна получиться у вас белой и воздушной. Вот такой вот консистенции. Наше масло готово, мы его оставили в сторонке. Оно нам понадобится в самом конце. Теперь мы приступим к приготовлению суфле. Для этого мы берем наш сироп и ставим его на плиту. Сироп мы доведем до 110 градусов. Когда температура сиропа достигнет у нас 90 градусов, включаем миксер на максимальную скорость. Когда мы занимаемся приготовлением сиропа, мы отправим наш белок и лимонную кислоту взбиваться на минимальной скорости. И взбиваем наш белок до белой пены. Затем тонкой струйкой вводим наш готовый сироп. Затем на максимальной скорости непрерывно взбиваем нашу массу до ее остывания. Наш белок мы остужаем до 43-45 градусов. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы наше масло хорошо вошло в текстуру и попросту не растаяло там. У вас должна получиться вот такая вот пластичная белая масса. Смотрите. Агар начинает стабилизироваться при 40 градусах. Теперь мы нашу массу переложим в нашу форму. На дно мы постелили тефлоновый коврик. Работаем с массой быстро, так как агар у нас быстро начинает стабилизироваться. Выкладываем наше суфле и разравниваем. Отправляем наше птичье молоко в холодильник для стабилизации на 3-4 часа. Это можно использовать и как просто торт, так и нарезать его на кусочки и сделать конфеты, что мы сегодня с вами сделаем. Птичка готова. Теперь мы сейчас обрежем ее немножко по краям, вытащим из формы и нарежем ее на маленькие квадратики. Вваляем наши квадратики в какао-порошке. Какао-порошок мы взяли Ирку. Мы рекомендуем использовать алкализированный какао-порошок. Он обладает ярким вкусом и очень приятным ароматом. Вот и готовы наши конфетки. Теперь мы положим их в красивую коробочку, украсим красивой ленточкой и кому-нибудь подарим. Вот так из простого десерта мы сделали красивущие, вкуснющие конфеты. Не бойтесь экспериментировать. Вот мы упаковали наши конфеты в коробочку. Вот так это красивуще выглядит в коробочке. С вами был Кардамон Клуб и я, Алена. Пока. Не забудь подписаться на наш канал. Простого десерта мы сделали красивущие в камеру. Конечно, не на меня, что на меня посмотреть.